мы построили гигантский стеклянный лабиринт и будем выживать от Соника X. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусанек, Дэн, Госдума, Курикс, Итучка, Фуфлик, Плеймарк. Пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Если хотите кушать, приятного аппетита, мы начинаем веселиться, угорать и поднимать вам настроение. В конце ролика будет 7 Соников и 1 выживший, поэтому обязательно досмотрите до конца. Я теперь вижу игроков, но если он находится через стену, мне ничего не сделает, и это будет очень круто. И теперь никак никто не скроется, надо постоянно будет бегать. Теперь зашкериться не получится никому, пацаны. В принципе, Гусанек, можешь выдвигаться? Я пошел. Давай, мы в тебя верим. Блин, это так непривычно в стеклянном бегать. Так, пацаны, я вас вижу, я за вами бегу. Нет, не беги. О, блин, кажется, что-то можно пройти, а там не пробежать. Да-да-да-да. Ё-моё, вот это, блин, мы сделали. Кстати, эту карту изменил Гусанек. Так что Гусаньку напишите. Гусанек красава, делай больше карт. Хэштег такой. И Гусанек сделает такую карту. Я хотел, кстати, сделать сначала лабиринт из лавы. В принципе, можем это сделать, если вы захотите. Где Гусанек, вы его видите? Нет. Да. Я иду уже за тобой, можешь обернуться. А! Ты что, ненормальный? А что ты именно за мной? Пожалуйста, не надо, Гусанек. А все уже разбежались по порталам. Ну, а, блин, порталы ж стояли, ё-моё! Да я специально это сделал. Пацаны, я веду его к вам. Вы думаете, что это все просто так? Ну, так веди, что? Веду. Блин, я забыл за порталы. Ребята, не забывайте ставить лайкосики, подписываться на канал, если вы хотите более интересных и классных роликов. Каждый лайк плюс один к настроению. Вам и нам. Что, Гусанек, умный сильно, да? Сейчас он тебя убьет. Нет, я уже в вышке. Нет, блин! Нет! Да у меня голову отрубил. Блин, я так дернулся. Гусанек, ты хоть предупреждай, ты ненормальный, что ли? Так, теперь я тоже бешеный Соник. Я выдвигаюсь. Вижу, как пацаны спрыгивают. О, я сейчас сделаю одну очень классную тему. Я сейчас включу реалистичный урон от падения, чтобы пацаны не могли читерить. И тот, кто проигрывает, автоматически становится Соником. А ты что? Отлично. Да, блин. Так, пошли с... А, так, подожди, давай в порталы зайдем, мы забываем, да, что, реально, что порталы есть. Опа, это я валяюсь. Да, круто. А что-то первый раунд заканчивается очень быстро, вы заметили? Ага. Да не, все уже разбежались. Смотрите, как у нас стоит Шин Сони, который наблюдает, как мы играем. Отлично, отлично. Вижу игроков, пацаны. Готовы, пацанчики? Там порталов нет. Вы сольетесь 100%. Вижу. Как же круто, теперь никто не скроется от Соника. Никто, ни один человек. Опа, кто-то слил. А, это... Итучка, тут твое туловище, организм, да нормально, валяется. Нормально. Блин, классное настроение. Надеюсь, вы смотрите мои ролики и чуть-чуть улыбаетесь. А можно и не чуть-чуть. Так, я не понял, где все? Я только сверху вижу людей, он бегает. А кто живой еще? Я. Ты один остался? Я еще. А, еще и Дэн. А я правильно иду или нет? А кто знает? Да блин, ничего ж не видно. Кстати, видно буквально стен 10, а потом уже ничего не видно. Так по сути и работает стекло. Так и должно быть, все правильно. Стекло надо просто перед записью было помыть. Кто стекла вымазал все? Я вижу. Так, погнали на бортики. Я вижу там примерно возле спавна там был какой-то челик. Я бегу. Я от него отпрыгнул. Блин, я заблудился в этом стеклянном лабиринте. Как немножко как-то непривычно в нем бегать. Тогда... Тут даже не видно особо тупиков. Хорошо, что у Соника камера сверху, и хоть чуть-чуть видно. Если вот так от первого лица играть, вообще ничего не понятно. Есть! Кого вы замочили? Убили? Убили кого? А я не знаю. Мне не отображается. Я бегу за ТВ-меном. Так, я буду отсюда наблюдать. Вижу! Так! Есть! Это был последний? О, убил! Не, еще так, кто-то же, двое живы. Двое живы. Так, пацаны, я бегу и наблюдаю, где же они находятся. Где-то они тут шкерятся. Кстати, в этом лабиринте можно спрятаться, но если никого нет на вышке, потому что с вышки видно всю карту полностью. Ой. Или не всю. Так, давайте сюда побежим. Эх, ты, блин, упал. Ладно. Я ж забыл, что можно ставать невидимым. А это очень круто. А чего никого не наблюдаю? Где эти пацанчики?
Но они прячутся, видишь, как хорошо. Так, поднимаюсь наверх и буду сверху чекать. Давно уже... Вижу, как гонится! Я иду на бортик. Ой. Вот, и я сверху прям прыгну ему на голову и замочу его. Есть, идем, это был последний? Нет. Это был не последний. Дэн, ты где? Собачатина, ты же ж волк у нас. Собачатина. Я бегу со всей силы, я знаю, что... Ого, что тут за звуки стрёмные. Пацаны, давайте сделаем сюрприз, станем все невидимыми. Берем его в окружение. А я его не наблюдаю. Я тоже, а где он? Так, а как так можно, что его не видел? Прозрачный же лабиринт полностью. Вижу, вот он бежит. Где? Во-во-во. Я ему прямо на голову прыгнул. Так, все, он в тупике. Блин, Давай, быстрее, за ним побежали. Давай, быстрее, гони. Блин, это ж анимация долго срабатывает. А как он тебе... А его через стену можно замочить? Через стену можно... Меня убил. Да я не знал. Короче, если человек находится через стену, можно замочить его. Все, я убил его. Хорош, есть. Хорош. Дэн, ну теперь ты будешь начинать следующий раунд. Пацаны, вы готовы? Да. Раунд номер 2 начался. 3, 2, 1. Я бегу сильно, очень сильно и быстро. О. А где он? Он синий портал. Вот он. Вот. Пацаны, он бежит на вышку. Вы ж смотрите, если вы спрыгнете, у вас жизни потратятся. И кто умрет, тоже становится Соником. Я ж забыл вам сказать. Ну, я бегу. Давай, молодец. Да... И точка, красава, ты его обманул. А гусанек, ты как это сделал? Нет. Блин, так. Давай ко мне. Идем, быстрей. Ой. Вот так, блин, из этого стекла не видно, эти вонючие тупики. Быстрей, бежи. Самое страшное, что он может убить нас через стену. Блин, это не очень круто. Бежим быстрей. Да со всей силы бегушь. Мы сейчас где-то затаимся, да, с тобой? Наверное. Что такое? Он вас. Он вас? Это кто? Он вас? Это кто? Это где? Он, короче, был у Госдумы и Плеймарка. О, вижу одного. Отлично. Все, я буду тут стоять. Если что, я успею убежать в разные стороны. Черт. Первый умер. О, Дима, привет. Шинсоник на нас смотрит, думает, вы что, сумасшедшие? Я хочу с вами повыживать. Ребята, если вы хотите, чтобы следующий ролик был с Шинсоником в этом лабиринте, напишите, давай Шинсоника много. Шинсоник рулит, мы его уменьшим. И он будет так жестко нас мочить, как никогда. Ой. О, вот такие пальцы лайк. Да ё-моё, а я застрял. Я убежал. Есть. Ай, блин, да как ты так... Блин, да я поддался специально, ну что? Да. Блин, это было круто. Так, выдвигаемся тоже на вышку. Чпоньк. Да, ну, тут туловища эти валяются. Немножко мешают нам. Где настоящие игроки? Смотрим сверху. Вижу. Вижу и тучку. Так, ожидаем. Да, блин, это а я невидимый стану. И теперь я резко убью кого-то. Только не меня, хорошо. Насколько я помню, с невидимки мочить нельзя, да, игроков? Нельзя. Только надо стать видимым. Так, гусанёчек, я тебя иду убивать. Давай. А чё ты тут? А что ты тебе? А блин, да я его не успел замочить! Ну стой, гусанёк! А это же паркурщик профессиональный. По стеклу хорошо скользит. Можешь так медленно идти ко мне, пожалуйста? Да как он так быстро убежал? Так, проходи. Блин, на стекле ты скользишь. Я знаю, в этом есть прикол. А интересно, можно сделать лабиринт из-за льда? Санёчек. Я тоже его видел. Он где-то там. Вон он бегает. Пацаны, давайте. Мы его сейчас обманем, все стоим невидимыми. Да идите всех убивайте, кто в лабиринте или на вышке, а потом за мной. Ой, блин, это я сбился, я походу умер. Вот гусанёк! Он упал! Курикс, бежим! Курикс, быстрее. Так, приближаемся. Гусанёчек, последние твои слова. Курикс. Вижу. Я тебя должен замочить. Да блин. Ах ты, зараза, он меня увидел. Есть, здорово. Как у тебя дела, нормально все? Классяк. Блин. Курикс слился. Так, а где еще гусанёчек? Ты живой? Быстрее. Остался Госдума, пацаны. Преследуем ее. Это у тебя кот такой с залипшими глазами, да? Ну реально, как будто спать хочет. Залипухи такие на глазах у него. Блин, вот это мы веселимся сегодня. Так, я иду в портал, потому что что-то долго через весь лабиринт бежать. Нет.
Nice. Замочили? Хорош. Хорош. Следующий раунд буду играть за Соника я. Пацаны, даю вам 10 секунд. 3, 2, 1. Ладно, это не 10 секунд. Соник думает, побегу по лабиринту, потом... Да не, я передумал. Ах ты какой хитрый. А, по бортикам решили, хорошо. От меня никто не уйдет. На самом деле, пацаны сейчас натренируются, мне будет сложно их замочить. Но я смогу. Быстрее бежи. Забираю свои слова назад, это было несложно. Ой. А что, жизни не потратились, когда вы на бортик запрыгнули? Потратились. Опа, фуфлик и тучка. А как так быстро? Потому что я вышел прям на спаун к нему. Молодец, моя школа. Знаю. Пацаны, давайте невидимку подрубайте. Сделаем им нежданчик. Вот. А теперь они не знают где. А вы заметили, когда в невидимости мы быстрее двигаемся? Тогда. А это круто. Мне нельзя. Как обычно скерятся, они могут нормально бегать. Да ну, Гусанёк, ну не расстраивайся. Ты, как обычно, дашь интервью в конце ролика. Расскажешь, почему тебе было тяжело, а и тучка будет ходить и тыкать тебе. Да, не знаю, как это показывает. Не вижу. Вижу. А, это наш. Так, идем на бортики. Он где-то здесь шкерится. Я знаю, что он в углу, наверное, лабиринта, так как там очень плохо видно. И это у тебя кот, да, с жалейшими глазами? Залипухи глазные. Так, здесь его нету. Слышь, ты кот. Дремот, ты где? Пацаны, давайте все по бортикам. Видел, так а что какой-то дверь? Нет, это не он. Опа! Пацаны, возле порталов. Есть! Есть! Убил? Нет, не убил, но я сейчас это сделаю. Ой, ах ты, блин! Все. Все убили. Отлично! Четвертый раунд. Гуздума, ты готов? Бегите! Бегите, глупцы! Да блин, из этого стекла непонятно иногда, как бежать. Все, давай, Гуздума, мы готовы. Сделай ветер. Красиво в этот раз. Пукни. Я должен слиться хоть не первый, потому что вообще так неинтересно. Курикс первый слился, все. А, уже тогда можно мне сливаться. Пацаны, вы же помните, что он может стать резко видимым? Но у него есть анимация длительная, поэтому в любом случае успеем убежать. Он слушай, все. Мы что, слышим, когда он будет бежать? А вот он бежит. Да вот он же, Дима. Да ты ж как, блин, у меня ноги впереди меня бегут, что за баги? Кстати, Дима, это вот это ты зря сделал, ты больше не сможешь от него убежать. А чё? Смогу, мы будем просто по кругу бежать, а он будет тратить свое драгоценное время. Я выживу даже с 12 хп. А он сзади меня? А он далеко, пацаны, мы все равно быстрее с бенни-хопом. А, нет! Так кто-то банановую шкурку бросил там внизу. Раз пацаны такие умные, то я же бегу на бортик, а что ж делать? Чё, спрыгнул? Опа! Хорош, молодец! Это из-за падения, да, он слился? Да. А что вы сейчас делаете? Они чё, выжили? А где? Так, невидимку подрубаем. И играем на крысу. Гусанчела, я тобой иду. Да и тучку убейте уже наконец. Да нет, ты должен слиться, какой тучка? Чё ты каркаешь, Саня? Есть, есть! Кто ещё остался? Я остался. Пацаны, ждите возле портала, возле вышки. Он сейчас может туда резко запрыгнуть. Там, блин, смотрите, как он быстро бы не хопит. Ты что, сильно умный? Или что? Вы же помните, что можно на расстоянии замочить? Даже если рядом пробегаете, кликайте удар. Да, ну, кто еще жив? Кто еще жив? Ты один остался. Ура! Плюс одно очко к твоему. Итого уже 3 очка. Саня. Так, давайте, спрыгивайте с вышки ко мне, я буду бегать от вас. Не-не-не, Гусанёк, мы тебя замочим, ты не переживай, ты думаешь, что ты самый умный? В принципе, так и есть. Как ты говорил, я использую мозг, поэтому проигрываю? Все сходится. О, есть, молодцы, пацаны. Я не ожидал, конечно. Ладно, я все равно выиграл. Напишите в комментариях, сколько я продержусь против семейры Соников. Дайте мне фору небольшую. 3, 2, 1. Я начинаю выживать. Побежали за ним. Психи, давайте, все за мной. Надо очень быстро бежать. Есть. А чё ж 11 хп, должно же 12 было остаться. Что за бред? А все. Я знаю теперь одну тактику. А чё сзади я прям слышу шаги? Потом
Хорош, хорош. У него есть анимация длительного срабатывания. Дима, там ты окружен. Окружен? Падаю, это ты. Ёлькалы! Да блин, ноги хрупкие у меня, видишь? Блин, классно получилось. Смотрите, сколько тут туловища валяется по всей карте от нас. Ребята, мы сейчас эту бомбу взорвем через портал. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока.